Мы все в предвкушении очень хорошего футбола, ведь команды замечательно себя показали на протяжении всего турнира. И думаю, сегодня также нас порадуют ярким и насыщенным матчем. Сегодня Наполи встречается с Ювентусом. О таких матчах много говорят перед их началом, но еще больше по их окончанию. Оправдает ли эта игра наши ожидания, Георгий? Ну, ты знаешь, мне вспоминается известное изречение, что наши ожидания – это наши проблемы. Хотя атмосфера на стадионе сумасшедшая, команды квалифицированные, ставки высоки, как никогда. Я лично не вижу препятствий для того, чтобы матч получился запоминающимся. Посмотрим на состав Наполи. Расстановка, казалось бы, предельно ясна. Однако трудно предугадать, что именно мы увидим сегодня на поле. Посмотрим на состав Ювентуса. Два игрока впереди отвечают за взятие ворот. Мощная центральная линия призвана обеспечить им поддержку. В 60-е годы прошлого века на стадионе Сан-Сиро проводили боксерские поединки и собирался полный стадион. Да, интересно, что во времена, о которых ты упомянул, здесь был установлен рекорд Европы по количеству зрителей боксерского матча. 53 тысячи человек. И вот он, первый тайм финала Кубка Чемпионов. Мы очень долго ждали этой игры, ведь обе команды здорово себя показали на протяжении всего турнира. И думаю, сегодня нас точно не разочаруют. Манола Гавьядини. Прекрасный па... Какая... Удар! Опасно! Арбитр назначает угловой. Вратарь решил отбить мяч. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Пересек мяч боковую линию. Эльсейд Хюсай. Давид Лопес. Судья назначает штрафной. Карточка вряд ли последует. Альвес Дасиль. Легким движением ноги оставил соперника. Не удел. Пауло Дибало. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Это может быть опасно. Гонсало Игуаин. Не дал сопернику довести атаку до завершения. Отличный пас в разрез. Идет Елене в отбор. Пауло Дибало. Эльсейд Хюсай. Тут может что-то получиться. И как опасно пробил. Джорджо Кьеллини. Игуаин. Кьеллини. Леонардо Бонуччи.
Пауло Дибала. Такими действиями игру не обострить. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Дани Алвес. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. А сейчас вперед можно выйти. Пенальти. Обязан был забивать пенальти, он и забил. Футболист ответственно подошел к выполнению 11-метрового и забил. Вот так был реализован пенальти. А вот еще один повтор, на этот раз с другого ракурса. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Марек Гамш. Доминико Беранди. Пока неплохо. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Ну а потом скажут, комментатор сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Алвес. Очередная потеря. Стефано Стураро. Атакующая комбинация Ювентуса. Гонсало Игуаин. И есть гол! Ну, такой удар на технику, конечно, очень сложно отразить. Если попадаешь в ворота, то это практически точно гол. Да, пробил очень аккуратно и точно, и практически без шансов для вратаря. Счет 2-0, укрепила команда свое преимущество. Марек Гамши. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Эммануэле Джакирини. Это может быть опасная атака. А мяч уже у соперника. Игуаин. Отличный удар. Мог сейчас отличиться игрок, но голкипер здорово сыграл. Да, и не позволил нападающему оформить дубль. Этот эпизод полностью за вратарем. Может получиться интересная атака. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Игуаин. Стефано Стураро. Пауло Дибала. Мяч летит в сторону ворот. Габьедин. Эммануэле Джакирини. Давид Лопес. Маноло Габьедин. Отличный отбор, но кому достанется мяч? Хотят они довести мяч до верного. Сокращай разрыв. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде.
И перерывает защитник эту передачу. Стефано Стураро. Игуаин. Атака остановлена, но кто получит мяч? Отлично сыграно, надо решать. Хорошая игра защитника, чисто сыграно. Пауло Дибало. Бить можно и забивать. Гол Игуаина. А как же круто здесь сыграл Гонсало Игуаин. Браво. Какова вероятность попасть с такого расстояния в штангу? Знаешь, сложно сказать, я не берусь судить. Давайте посмотрим еще один повтор этого гола. Три-ноль, это уже серьезно. Судья решил добавить 3 минуты. Эльсейд Хюсай. Посмотрим за этой атакой. Защита справляется. Стефано Стураро. Давид Лопес. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Арбитр дает сигнал о завершении первого тайма. И могу сказать, что одна из команд однозначно играет лучше. Это видно по счету на табло в первую очередь. Команда играет практически без изъянов. Я бы даже сказал, эталонно и уверенно идет к победе. Кубок чемпионов по праву принадлежит им. Замена. Поле покидает один из лучших игроков матча. Только послушайте, как благодарят его болельщики. И действительно есть за что, ведь на нем сегодня держалась вся команда. Титул лучшего игрока матча у него в кармане. Первая половина финала пролетела невероятно быстро. И вот команды уже выходят на поле после перерыва, чтобы продолжить борьбу за Кубок чемпионов. Что ж, посмотрим, успели ли команды отдохнуть. И надеемся, что вторая половина пройдет так же увлекательно, как первая. Мяч будет введен в игру из-за боковой. Мяч брошен, не хотят терять ни секунды. Было нарушение, но мяч у Ювентуса, и арбитр даст отложенный штраф. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Опасно! Голкипер справляется с этим ударом на отлично. Отличный пас в разрез. Удар! Опасно! Голкипер сыграл так, как и должен был. Вышел и легко забрал мяч. Любопытно, Константин, что ты скажешь об игре Игуаина в первой половине встречи? Команда пока выигрывает. На его счету 2 забитых мяча. Он близок к хет-трику. Ну и пока все более чем успешно складывается для этой команды. Игуаин. Гонсало Игуаин. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Какой пас проходит? Марек Гамшин. Это штрафной. И вполне заслуженная желтая карточка. Да, и заметьте, арбитр особо даже не раздумывал и очень хорошо разобрался в этом эпизоде. Серьезные тактические изменения сейчас произойдут. Тренер бросает в бой сразу 2 новых игроков. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче?
Да, бывает и такое, но, с другой стороны, не очень понятно, чем же можно объяснить такое преимущество одной из команд. Да, весьма неожиданное начало. Одна из команд просто оказалась не готова к началу встречи и очень тяжело входит в игру, но еще впереди много времени, можно ситуацию исправить. Игрок уже готов выйти на поле. Остается только дождаться паузы в игре. Все здоровы, так что эта замена продиктована исключительно ходом игры. Отправляется на скамейку игрок, и трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации. Достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Это может быть опасно. Друзья, вы поворотом-то бить собираетесь или нет? Пасы это, конечно, хорошо, но надо же голы забивать. Нужно подумать, кому сделать точную передачу. Опасная передача. Этот навес становится легкой добычей защитника. Он с мячом и продолжает накручивать одного за другим. Удар. Ювентус отправляет мяч в сетку. Ну что, хороший мы увидели гол. Красивое исполнение и высокое индивидуальное мастерство. Да, очень смело здесь сыграл игрок. Он взял инициативу на себя и, как мы видим, не прогадал. Четыре безответных мяча забито в этом матче. 20 минут до конца основного времени матча. Игра остановлена из-за нарушения, и тут ситуация вполне на предупреждение. Доменико Берарди. Отлично сыграно. Надо решать. Леонардо Бонуччи. Доменико Берарди. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Тут может что-то получиться. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Дани Алвес. Плохо сыграно, мяч потерян. Рауль Альбиоль. Это аут в пользу туринского Ювентуса. Дани Алвес. Можно атаковать. Перехват мяча. И можно начинать атаку в обратную сторону. Ювентус будет сбрасывать из-за боковой. Даниэл Алвес. Ошибка в передаче, но идея была неплоха. Альбиоль Тортахада. Около 8 минут до конца основного времени. Эльсейд Хюсай. Из-за боковой Ювентус будет вводить мяч.
Да, над вводом мяча из аута им явно стоит еще поработать. Отличный отбор, но кому достанется мяч? И дальше-то что? Пас назад. Что же, иногда и так приходится играть. Отличный пас в разрез. Квадво Асамо. Так, опасно! Очень высоко, очень неточно. Я решил добавить 3 минуты. Будет штрафной удар. Хороший день для старой сеньоры. Они классно играли, они побеждают. И вы слышите, как ликуют болельщики. У них есть все основания. Они сегодня отличную поддержку Ювентусу организовали. Успешно навязал борьбу, теперь придется побороться еще раз. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Да, лучше этой команды в Европе сейчас нет. А счастливее, да, наверное, в целом мире не найдете. Закончен еще один розыгрыш Кубка Чемпионов. И они победители. Браво, команда. С большой буквы, конечно. Это невероятное достижение. И болельщики навсегда запомнят этот день. Еще раз браво. Празднования на поле завершены. Переходим к официальной части. Начинаем награждение победителя Кубка Чемпионов этого сезона. Игроки уже готовы получить кубок. Им не терпится поднять его над головой. Ближе болельщикам этот трофей. Вот да, они долго ждали этого и сил потратили не меньше. Моральных так уж точно. Без этого, конечно, это традиция, команда фотографируется. Общекомандное фото всегда значимая часть футбольной коллекции.